девочка плакала. И она очень хорошая. И она должна была получить диплом. И когда у меня спросили, сказали, что девочка плакала, ведь играла замечательно, играла... Замечательно играла, чудесно. И вдруг не получила диплом. Что случилось? Я сумел ей объяснить. Только одна вещь. Она очень хорошо играла, только почему-то она в смычке полюбила вот эту часть. И почти весь концерт она играла вот эту часть. Как только прибежала сюда, она тут же назад. А здесь давилась, чтобы, не дай бог, не прибежать сюда, чтобы не кончился смычок. Это, оказывается, у всех детей маленьких. Им иногда говорят такую вещь. Экономь смычок. Все, это конец. Экономь смычок, это значит все. Если ребенку папа и мама говорят, экономь денежки, не покупай ни конфетки, ни пряника, ничего, экономь, потому что в доме нет денег. Я понимаю, что в доме нет денег, но ребенок на всю жизнь будет травмирован. Потому что все вокруг будут есть конфеты и печенье, а он должен экономить денежки. Причем он не понимает, для чего экономить, понимаете? Вот, то же самое со смычком. Экономь смычок. Часто педагоги говорят вторую вещь. Смычок, если вы играете две ноты на смычок, делится на две части. Первая половина, вот середина смычка, еще отмечают ее часто. Вот, кстати, она тут тоже, да, отмечена. Вот. А потом вторую ноту на вторую половину. Ну, миленькие, посмотрите на смычок. Ну, какая здесь половина, а? Ну что, половина здесь разве? Как мы можем делить на половину смычок, у которого центр веса приходится сюда? Здесь и рука, и колодка. И тяжесть, и плечо, все, да, а ребенок говорит, экономь. Значит, ребенок начинает, он экономит, чтобы, не дай бог, не уехать далеко. А потом остается кусок смычка, он настолько привык экономить, что живет в нищете и не использует вот эту часть смычка. Вот вчера мы увидели потрясающую девочку, как и все остальные, замечательную, которая экономила смычок. Поэтому она чудесно играла концерт, но укоротила звук, который она может дать, ровно наполовину. И сейчас мы этот звук достанем у тебя. Достанем звук, а весной я приеду, ты получишь самый красивый диплом. Еще от меня самую лучшую книжку в подарок. Договорились? Специальную книжку, еще чертика тебе привезу из Швеции. Договорились? Только что ты не плакала, а занималась. Музыкант, когда он не получает диплома, это значит, ага, значит, я буду еще больше заниматься и получу сразу 5 дипломов. А если он плачет, значит, он нужен музыкант, это все. Он плачет 3 минуты, а потом занимается. Значит, мы сейчас попробуем. Запомнила мелодию? Ну-ка, вот эти нотки сыграй, пожалуйста. Я ничего тебе не говорю сейчас, просто скомпонирую эту музыку. Ну, причем сразу, не стой здесь, вообще ни секунды, как на коньках. Убегай! Убегай! А ты слышишь, что у тебя звуков в 2 раза больше сейчас, а? Ага! Посмотрите на нее, посмотрите на ее мордашку. А? Услышала сразу, потому что раньше, только что, вот, я тебе уже не играю концерт, а играю эту же мелодию. Ты играла так. И мне так жалко было этот звук смычка, он тоже плакал. Тоже хотел участвовать в игре. А на самом деле, сейчас раскрою всем взрослым и детям тайну. Где главная часть смычка? Вот как ты думаешь сама? Вот у нас смычок. Здесь. Вот, да, здесь. А самая главная точка смычка? Вот. Вот она. Точно показываю сейчас. Вот она. Она не отмечена на смычке. Знаете, что это за точка? Кто знает? Вот, если взять целый смычок, вот это А, Б, С. Что это за точка? Самая великая точка в космосе. Тихо-тихо. Наталья Барабанщикова, знаменитый поэт, и бард, и музыкант, и дирижер знает, что это такое. Ну-ка, что это? Кто знает? В любом строительстве, в любой великой мелодии. Вот купола отсюда начинают строить. Здесь у нас пульс. У нас таких... точек на теле 16. Божественная пропорция. Золотая пропорция. Золотое сечение, друзья мои. Золотое сечение. Если вы посмотрите количество белых и черных клавишей, то вы увидите, что черных 5, а белых 8. 8 к 5. Это и есть пропорция золотого сечения. Потом 8 плюс 5, 13. 13 к 8. 13 плюс 8, 21. 21 к 15. И так далее. То есть... все ближе и ближе к золотому сечению. Золотое сечение – это уникальное место. Вот у нас, если взять руку мою или вашу, от локтя до конца длинного пальца, золотое сечение придется на что? На пульс. То есть на сердце. Если я вам начну читать стихи, то вы увидите. Москва, как много в этом звуке, для сердца русского слилось. Куда попало слово «сердце»? На пульс. Угу. А еще попробуем. Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. Куда попало слово? На пульс. Оказывается, даже гениальные поэты и композиторы, и художники про это знают. А мы, скрипачи, говорим, дели смычок на 2 части.
наоборот все. Слышишь, я все наоборот делаю, да? Я второй звук делаю длиннее, чем первый. А нас чему учили? Одинаковые, неправда. Они никогда в музыке не были одинаковыми. Второй звук длиннее, и длиннее его надо играть вот здесь. Смотрите, внимательно, медленно играю. И твоя скрипка начнет звучать огромным звуком. Ну-ка попробуй, моя красавица беленькая. У тебя будут самые большие дипломы. Не спеши. Отлично, аплодисменты! Только осталась одна мелочь. А ты можешь сделать еще сложнее для себя второй и четвертый звук, когда ты уже здесь, продлить смычок так, что люди... У тебя останется всего 2 сантиметра, а ты вдруг на эти 2 сантиметра полным звуком сыграла длиннее второй звук. Можешь так сделать, а потом четвертый. Смотри. Сколько ты только сможешь второй звук. Вот как ты только продлишь его, ты станешь большой скрипачкой настоящей. Ну-ка. Пробуем еще раз. Продли. О, а еще больше. Он немножко вдруг остановился. Хочется длиннее его. Затормози. Вот, умничка. А теперь сыграй свою побочную партию из концерта. Жаль, у меня нот нет. Ты же играла, да? Да? Ну-ка, давай попробуем, если я вспомню. Ну-ка. Стоп. Вот, вот тебе, пожалуйста. Сейчас покажу. Вот, пока еще ты не врубилась в это. Вот. Пик. Смотри. Разве так? И ты даже слышишь так. А мне нужно... Слышишь, как скрипка заговорила? Ведь на самом деле скрипка не поет, это глупости все придумали. Она говорит. Смотри. Привет. Сейчас одна девочка скажет, я не хочу кушать. А вторая говорит, а я не хочу спать. Противная девчонка такая, да? А мама растерялась, пришла, такой бунт устроили девчонки. Мама говорит, вы должны кушать, вы должны спать. Зашел папа, говорит, есть и спать немедленно. Вот. А девочка говорит, не хочу. Представляешь себе какую? А мы говорим, скрипка поет и начинает петь. А ты сделай вот так. Вот здесь, убеги. А здесь. Понимаешь, что я тебя прошу? Те короткие ноты, которые ты еще больше укорачивала, удлини вдруг, и ты послушаешь, что будет. Ну-ка, пробуем. Убегай. Вот! Убегай. Задержись. Убегай. Вот там сыграйся. А ты слышишь, что ты по-другому играешь, а? Слышишь сама? Слышит, конечно. Если бы ты уже так сыграл, если бы я тебя за день до конкурса встретил, ты получил самый большой диплом. Вот всего деталь, мелочь. Все хорошо у тебя, замечательно хорошо. Да? То же самое, кстати, сначала. Ну-ка, начни играть в концерт. Да. Лом, давай. Ну и что ты сделала? Па-па-д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 а. Попробуй. Это очень сложно, кстати. Все наоборот, понимаешь? Не бойся, что у тебя не хватит смычка. Попробуй. Ну-ка, давай. Ну, давай. Не бойся, хватит там. Там затормози лучше. Нет, ты не сокращай нотки. Ну, конечно. Так это же по-настоящему зазвучало. А что ты сначала сделала? Ты вышла на сцену и сыграла вот так. Береги смычок тебе, скорее, экономь. А потом у тебя 10 сантиметров свободных осталось, но зато здесь ты потрещала и сэкономила.
Понимаешь, вот. А мне нужно? Не бойся, доверься. Видишь, даже ноты не слал так, композитор, смотри. Видишь, он так и хотел. Слышишь? Они. А. Потому что скрипка не поет, она говорит. Люблю, смотри. Люблю. Мама. Ты же не говоришь, если ты хочешь что-то сказать, мама, ты же не говоришь, мама. Ты кричишь маме. Мама, не иди туда, там, там что-то страшное, да? Мама, там плохо, не ходи туда, нет? Нет. Ты же, мама. Смычок делает то же самое, смотри. Потому скрипка по национальности кто? Ну-ка вспомни. Виолина. Какой это язык? Вот мы в нотах смотрим. Аллегро, престо, престиссимо. Италия. Скрипка – это итальянская девочка, смотри. Причем она страшно влюбленная. Во-вторых, у нее улыбка. Вот это вот ямочки. Это ямочки улыбки. Ты мне клонись. А, смотрите, сразу появились те же самые дырочки. Ну, я постарше, поэтому у меня не так идет улыбка, как тебе, да? Вот, посмотри на всех, вот, смотри, все улыбаются, у всех, видишь, эти ямочки, как у скрипки, смотри. Все, посмотри, сколько ямочек, все на скрипку похожи. А скрипка вот всегда улыбается. Значит, во-первых, девчонка, смотри, прическа красивая, шея длинная, талия какая? Тонкая, видишь, как положено, да? А там сердце внутри, да, душка? А здесь улыбка, это ямочки улыбки. Поэтому скрипка, она все время такая восторженная, и все время кричит, и шутит, и бегает, и прыгает. И поэтому, когда мы играем, если ты играешь так, то все уже сидят и зажались. Ты... А ты сделай. Смотри, у меня столько смычка осталось, я... Почему у меня хватило? У тебя же меньше смычок в два раза, чем мой. А у меня получилось. Ну, попробуй. Вот дома перед зеркалом. Так, сразу не бойся, сыграй ля, поверь в свои скрипки, а все эти ноты оставь на них немножко. Но такого красивого движения ручкой там, в конце. Ну-ка. Ну так это же другое дело. Диплом сразу. Первая премия. Но ты ж так еще не знала, что так надо, да? Значит, теперь ты уже знаешь, и весной получишь диплом. Только ты думаешь, сейчас тебе это легко, потому что я вот такую энергию тебе даю. А дома ты придешь и скажешь, что-то я теперь опять не понимаю, что делать. Поэтому здесь надо немножко поработать. Возьми простые песенки, простые мелодии, назад иди. Вот там есть у нас в этом сборнике вот этот вот этюдик, да, знаете, да? Сулимова, по-моему, это этюд. Я его назвал, мои шведские ученики говорят, что это мамино письмо. Это каждый из них пишет письмо маме про любовь, про то, как она любит маму. Они вот так. И сразу воздух появился, потому что вот так. А тут. Как ты только будешь учиться делать это движение, убегая от колодки, ты сразу почувствуешь свободу. Ну-ка, сыграй еще раз эту фразу. То-то-ром. Ну-ка. Сразу убегай от колодки. Да, вот эту про любовь, про маму. Дальше то же самое. Па-ра-рам. Ну, давай. По. Играй сама. Так, да-да-да. А почему? Это, ну, это, наверное, какая-то трактовка другая. Я такого не слышал. Мы же играли все легато. Та-ра-ра-ра-ра. Это где-то в нотах есть такое? Ну, друзья, ну не может же быть у него такой редакции. Ну, это же очень клинический нот. Это же как хор. Я что делаю?
попробуй. Да? Нет, сыграй вместе. То-ро-ро. Знаешь, что это такое? И как люблю тебя, как люблю тебя. Нельзя сказать, как люблю тебя. Люблю тебя, как люблю тебя. Мне немножечко она теряется, потому что у нас здесь был заложен другой образ. Вы его долго отрабатываете. А какой? У нас фамильная леска, и это у нас принц сражается на море, он храбрый. А, ну это как хотите, ну вот это что, вот принц храбрый вот это? Та-ра-ра-ра-ра. Да нет, конечно. А потому что уже было ведь... Они же все под его влиянием. Вот она. Я понимаю. А ты можешь попробовать сыграть вместе регато? Не дергай. Просто для одного раза. Та-ра-рам. Ну, вот просто сыграй такую мелодию. Попробуй. Просто мелодию, без двойных нот. Ми, ля, соль, фа, ми. Ну-ка. Разве это не ближе ребенку? Нам же сейчас правильно. Ну, смотрите, как он играл. Пам. Па-пам, па-пам. Мы из-за этого не могли ей дать диплом. Но она нас не убедила в этом. Она нас не убедила в том, что это принц, понимаете? Музыка, мы же не знаем ее истории. Но она играет так. Там, во-первых, такого не написано. Там регато. Лучше обратите внимание на волну. Волна. Вы же тогда сами перебиваете. Ну как спорно? Ну люди, послушайте, два варианта. Вот ребенок играет. Или... Ну какой естественный вариант? Ну второй, конечно. Ну первый надуманный, придуманный. А ты что, ну, сыграй нежно. А? У меня такой вопрос. А если сделать стаккато, то как сделать правильно, чтобы тот же характер остался? У скрипки? Да. Если сделать то же стаккато, который вы показываете, но сделать его красиво, как вы можете? Ну, вот не тут опять... Не хотели, да, то есть средний путь хотите. Ну, да, дело в том, что вот как раз у ребенка в этом возрасте желательно избегать вот этих острых делений смычка, потому что у ребенка действительно нету вот эластичности еще руки, и он может играть красиво мелодии, но неожиданно в таком простом месте пам-па-пам в пунктирном ритме у него передавливается, потому что еще нет такой гибкости, такой реакции кисти. Понимаете, поэтому желательно даже там, где стоят эти точки, их смягчать всегда в таком возрасте. Вот именно в таком. Это ведь очень сложно играть в этом возрасте. Мы же вспомним себя. Дети обычно угловатые. Это же все совершают геройские поступки, когда с такими детьми играют на самом тонком на свете инструменте. Он же, это же балет полный на самом деле, это же без костей все. А дети такие маленькие, они должны бегать как мультяшки, как в мультфильмах, да? А мы ставим их и говорим, учим их вот легато, легатиссимо, мягко, нежно все время. Это очень сложно, это перестройка детской психики, детского организма. Но если есть возможность сыграть нежно, то давайте сыграем. Ну-ка попробуй, немножко, сейчас, немножко устал. У моих учеников они все в одну и ту же игру проходят. Смотри, залезай с ножками на стул, пожалуйста. Сюда. Только не бойся, сейчас будем играть. Но это я могу, это не значит, что все женщины, учителя могут. Ну-ка, не бойся, а вот доверься мне, сейчас будешь маятником качаться. Тик-так, смотри, тик-так. Детям обычно страшно это нравится. Страшно нравится. Тик-так. А ручки почему прикованы? А ты их освободи, как тряпичная куколка. Во! Вот, вот. Вот сейчас она мне настолько поверит, что она сейчас упадет назад. Прямо ко мне руки. Ну-ка, повернись ко мне спиной и падай назад. Не бойся. Ни один ребенок еще не упал. Падай. Падай. Опа! Клактина больше не будет. Давай еще раз. Молодец. Очень смелая девочка. А ты только за воздух руками не хватайся, потому что если бы я тебя не удержал, ты бы воздух тебя не спас. Поэтому ты спокойно крылышками. Так, начали. Опа! Опа! Молодец. Еще раз. Опа! Опа! Еще раз. Опа! Опа!
О, скрипку. Где скрипка твоя? Где твоя скрипка? А, вот, на рояле. Она убежала на рояль, пока мы тут прыгали. Так, ну а теперь попробуй сыграть. Та-ра-ра-ра-ра-ра. Скажи, ты проси кого-то о чем-то. Я не знаю, принца кого угодно проси. Ну посмотрите, если ребенок так сыграл, он диплом получил. Ну. Он так сыграл, потому что мы очень долго решали правую руку. Правая рука, он надо решать, у него левая прекрасная, у него левой ничего нет. Правая, у всех детей так, правая рука. Да, у всех детей все, беды все, только все, в правых руках. Да, друзья мои, в левой руке нет проблем, она естественная. Правая рука проблема всегда. Люди, есть что сказать, нечем сказать. Правая рука не работает. У многих даже очень талант, даже великие музыканты уже через много лет работы, после многих конкурсов. Вот Гриша Жислин, мой друг, он говорит, что ты знаешь, я учился у Юрия Исаевича Накилевича. Я Гризарова и Чугаева все мной занимались. Я на конкурсе Паганини победил. Я друг Пендрецкого. Мне столько музыки в мире посвящено. Я профессор в Лондоне. Профессор. У меня правая рука не работает, говорит. Представляете, у кого не работает правая рука? И он стоит вообще. А Леонид Борисович Коган. Я помню, я слушал, как он разыгрывается. Я думаю, сейчас как запустит каприсы Паганини перед концертом. Он класс зашел. Знаете, что он стал делать? Минут 15. Коган! Почему? Потому что левая работает. О. Не испортить, конечно. Не испортить. Рука готова. Вот это очень естественное движение. Она же сразу малышка играет. Это все вот здесь. У нее не работает здесь. И как только не работает здесь, начинает тормозиться левая. Потому что есть закон сообщающихся сосудов. Смотрите, как она сыграла. Ну все же, зазвучало сразу. Смотрите, как красиво, нежно. Девочка же, не мальчик. Михаил, я считаю высочайший комплимент, когда мои все дети приходят, говорят, что у них врожденный звук, врожденная техника левой руки. Каждый из родителей, и в том числе мама, мама знает, сколько положено труда, чтобы... Друзья мои, ну миленькие, я же это знаю, у меня же у самого воспитанные дети, они лауреаты международных конкурсов, мои дети уже. Просто я не позиционирую специально, как главная работа моя педагог. Это не главная работа все равно у меня. Я всего несколько детей воспитал за свою жизнь, у меня задача другая. Задача вот такая, мы рождаем гениальных детей, вот они сидят, да, они прекрасно играют. Чуть лучше, чуть хуже, но все прекрасно. Пианисты у нас потрясающие, да. У нас нет для них слушателей в странах. Они будут безработными, они должны либо уехать на Запад. Я хочу воспитать слушателей для них, это важнее сегодня. Чтобы они им платили, чтобы у них деньги были. Чтобы порядочные деньги, чтобы вот к этой девочке, чтобы у нее было в Риге 5000 ее поклонников, и чтобы они ходили на ее концерты и платили всего по $10 в месяц. И у нее будет $50 000 в месяц. Но я говорю, вам кажется, это дикость, да? На самом деле это не дикость, так живут музыканты. Мир им не платит, им платят их поклонники во всем мире. А у нас здесь такая попсятина в бывшем Советском Союзе, распространили попсу дикую, телевидение страшное, преступное. Преступно нашим детям нельзя показывать телевизор, нельзя на двор их выпускать, во двор нельзя. Заткнуть уши, когда по улицам ходишь. Их нужно воспитывать в особых условиях, да? Вот поэтому у меня задача, да, я понимаю, вы умные, хорошие педагоги, вы сформируете, они будут играть. Важно, для кого они будут играть, понимаете? Кому они будут играть, посмотрите, что делается. В Швеции я приезжаю в маленький город с квартетом. Мы играем второй квартет Бородина. 400 километров на север от Стокгольма. Жилых пунктов нет. Приезжаю в большой зал, спрашиваю альтиста, а кто придет? А он говорит, стульев не хватит. И вдруг машины, фермеры, фермерские жены, дочки, дети, взрослые, подростки, молодежь. Полный зал забивается. Где-то вообще в горах. Уже никого, вообще ничего нет. Откуда? Пришлось скамейки из сауны вытаскивать для молодежи. Она села впереди на скамейках. А мы потом... После окончания концерта ко мне подходит старый фермер, 90 лет, с трясущимися руками, и говорит, а я-то думал, что я умру и не услышу моего любимого второго квартета, композитора Бородина. Ну-ка, давайте по Латвии поедем, увидим фермера, который боится умереть без второго квартета Бородина. О чем идет речь, понимаете? Что мы находимся на уровне берега слоновой кости, а дети у нас европейские, талантливые, мы их рождаем, мы на них выкладываем столько сил, а их некому будет слушать. Вот же беда. Пойдите в школу и поговорите, будут ли их слушать или нет. Их будущие слушатели. Кто их воспитывает, кто их формирует, что им показывают сейчас. Вот почему я понимаю, что я могу воспитать еще 10, еще 15 детей. Но главное мне выйти на сотни тысяч, на миллионы людей, которые должны стать слушателями. Любой ценой.
через шоу, через парадоксы, через неожиданность, через все. Кстати, уроки я тоже такие провожу. Вот, уже, ну-ка вспомни, как мы прыгали, вспомни. Так, теперь бери скрипку, ты сейчас гениально сыграл начало концерта. Это сразу не только диплом, это еще и медаль. Ну-ка, попробуй. Ну-ка, еще раз. Та-да-да-да-да. Причем, уже не бойся. Ты поняла, что ты достаешь? Тебе не надо экономить сучок. Убегай и легкий-легкий нежный, как ракету запустить в космос. Ну, скажите, вам не нравится игра взрослая такая, а? Нравится? Ну, она же волнами сейчас играет. Скрипка – итальянский инструмент, он преувеличенный, он риторический. Увидели же фильмы, да? Антонио! Никто же не говорит, Антон, иди сюда, как по-русски, да? Антонио, иди сюда, твое время пришло. Антон, скрипка не говорит Антон, она говорит Антонио. Ну-ка скажи, Антонио, пальчиками, ручкой и... Скажи, Антонио, придумай, срочно на струне ля. Как, ну смотри, давай. Смотри, будет Антонио. Ну-ка давай, с ручком. Давай, Антонио. А. Да, а теперь скажи, меня зовут Виктория. Ну-ка, сама придумай, как. Меня? Вот Виктория. Ария, кто сказал? Или тебя зовут Вика, ты хочешь сказать? Скажи, меня зовут Вика. Меня зовут Вика. Ну-ка скажи. На уроке ребенок должен все время улыбаться. Если он перестает улыбаться, нужно заканчивать урок. Что ты больно сложно сказал. Меня зовут Вика. Меня, ну придумай как. Меня зовут Вика. Ну-ка, ну-ка попробуй. Давай я помогу тебе один раз, а потом ты сама. Меня... Нет, каждый слог отдельно смычков. Смотри. Меня зовут Вика. Давай. Меня зовут Вика. Вот, это уже похоже на правду. А как киса мяукает? Ты знаешь, когда ее оставили? Маленькая киса без мамы и папы. Ну-ка, давай поставим пальчик. Вот так вот, смотри. Нет, больше ничего не надо. Мяу. Смотри, ну. Еще раз. Вот какая киса. А птички как поют, смотри. Птички есть такие вот. Ну-ка давай поставь смычок. Вот. Ну. А другие птички наоборот. А третьи вот так. Смотри, еще раз. Чик-чирик. Ну. Вот и так далее, и так далее. Есть же даже петух, знаешь, как петух, да? Вот курица, например, когда снесла яйцо, она вот так делает. Вот. А петух? А корова вот так говорит. Му. Да. А пчелка как делает, смотри. А теперь давай сыграем моцартовскую гамму. Что такое моцартовская гамма? Это значит, ты берешь каждую нотку, вибрируешь ее и легкими движениями толчковыми играешь. Смотри. И больше ничего не надо. Ну-ка попробуй. Видели фильм «Гаммы», нет? Подсоедини мне. Нет? Еще раз. А теперь я буду играть вместе с тобой. Хорошо, да? А теперь давай сыграем, знаешь, какую гамму? Прокофьева. Для этого тебе нужно, знаешь, какой он хитрый, да? Вот, смотри, он такую музыку писал, насмешливо, смотри. Сейчас в левой руке забор будет у меня, а правый язык высовывается. Смотри. Теперь мы будем играть прокофьевскую гамму. Это тебе нужно играть вот так. Тре, пам, 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 каждый раз сверху. Сверху, с мячком. Пам, пам, каждую ноту. Давай попробуем. Нет, два раза каждую нотку. Ну-ка давай.
таланта, когда ребенок не начал аппликатурой правильно, и одним пальцем дойдет и сыграет чисто до конца. Кстати, это один из признаков тех талантливых детей. Ну, сейчас докажу вам. Внимание, даю тебе самое сложное задание. Вот, попробуй. Поняла, что нужно делать, да? Одним пальчиком и туда, и сюда. Сама. Это тест на талант. Все. Слышите? Да? Извините, пожалуйста, да? И за мою приземленность, дело в том, что вот эти упражнения, да, лет 5 назад привозила Мария Иосифовна Кисельман, которая методистка. Я делал это 50 лет назад, когда мне было 6 лет. Да. Да. А я знал это всю жизнь, потому что мой замечательный учитель Михаил Израильевич Вайман когда-то мне показал, когда я был махонький, меня привезли к нему, и он говорит, а так можешь сделать? Я сделал. Он говорит, все, ребенок скрипач. Вот любой, который это сделает, с одного-двух показов, скрипач, все. Понимаете, ведь практически ребенок, который не скрипач, он сыграет примерно так. Вот ему все равно куда ехать. Ребенок скрипач по природе будет. Ну-ка, покажи всем, что ты скрипач. Ты уже сделал это. Просто еще раз. Смотрите, это же сложнее. На самом деле это страшно сложно. Но для этих детей вот этого уровня, вот этого, уже нет проблем. И последний, а последний октава. Слышите, как нечего делать. А ведь проходит с точностью до микрона, что нужно попасть прыжком, не зная где. Нет ладов, как все понимают, ничего нет, все не скрипачи. Вот это и есть признаки таланта, когда уже с ребенком надо заниматься. Сразу ясно. Ребенок, конечно же, талантливый, безусловно, от Бога. И сделали все как надо, и красивая же какая, смотрите, а? Красавица какая. Получишь, весной приеду, получишь самый главный диплом. Да? Договорились? Но вот должна сыграть вот так, как я тебе предлагаю, вместе с учителями, потому что они тоже все это знают. Они просто тебя просмотрели какой-то момент, кто-то не успел. Ой, и ты играл все время почти нижней половиной смычка. И на это обратил внимание не только я, но и замечательный скрипач Борис Аврамец тоже. Мы с ним просто переглянулись, сказали, как жалко, хорошая девочка, а играет только нижней половиной. Да? Ну вот сейчас она же так начала играть. Вот, она же сыграла мне вот. Вот сейчас она сыграла, вот. Что бы я сделал? Нет, так, это закон. А как я могу заниматься ребенком, если я его не люблю, если он меня не любит? Она будет потом хотеть ко мне прийти обязательно в гости и приехать, и все. Ну-ка, давай сыграем побочную партию теперь всю. Свободно, свободно, все, ты очень хорошо сейчас играешь. Повернись и только убегай от колодки, ладно? Ну, посмотрим, сколько у меня получится. Хорошо сейчас играешь, а? Вот, видишь, я позирую. Клянусь, если бы так сыграла, ты бы первое было твое имя назвали. Ну, сейчас мелочь, но ты же такая маленькая. Ты еще успеешь, знаешь, сколько дипломов получить, да? Вот. Вот те детки, которые просто оказались меньше тебя, вот, они уже играли, вот я потом внимательно смотрел, вот, сидит маленькая, да? Она как-то вот играла целым спичком, все. И у нее как раз вот приходилось это все. Давайте послушаем ее немножко. Ты молодец, умничка, захочешь со мной позаниматься, когда угодно. Звоните, я открою вам. Там есть еще несколько вопросов, которые бы я задал, но это сейчас не публично, а... Ну-ка, сыграй нам что-нибудь. Что ты хочешь сама сыграть? Что? То, что на конкурсе. А ноты есть? Нет? Нот нет с собой?
Нот нету с собой, да? Ну, давай, поиграй сначала так, вот я посмотрю сейчас. А ты знаешь что, Манька, я тебе тоже хочу сказать такую вещь. А ты можешь попробовать делать то же самое, о чем мы только что говорили вот сейчас с Викой? Ты немножечко опять придерживаешь звук у колодки. Смотри, вот ты немножко играешь так. А если бы я тебя попросил сыграть? Поняла, да, что я имею в виду? Раз. Вот представь себе, что здесь сидит волк. И ты подошла, и бегом оттуда, бегом. Вот, или даже не волк, а какой-нибудь змея, который хочет тебя укусить за пальчик. Вот здесь, вот здесь, вот здесь. Вот она сидит, и ты... Попробуй. Ну там змеи никакой нет, поэтому на самом деле не бойся, это понарошку. Это как в сказке. Мы играем так. Ну-ка. Ну хорошо, так же красивее играть, разве нет? Ну так па-а-а-а. Ну выпусти звук из скрипки, а не вдави его в скрипку. Вот! Ну, друзья, тот же, смотрите, тот же вопрос, да? Мы должны этого не бояться просто. У вас замечательные все ученики, чудесные дети. Я же не перестраиваю их принципиально, да? Я только хочу, чтобы они выдавили все, что в них есть, чтобы они выявили мелодическую волну. Потому что скрипка, она разговаривает. Она прежде всего не поет даже, а говорит. Скрипка говорит человеческим голосом. Если нужно, она и запоет тоже, правда? Ну-ка, давай, сыграем. Лоры. Опять убегали. Хорошо. А теперь у меня к тебе просьба. Скажи, пожалуйста, вот такую вещь, моя маленькая Ева. Ева, да? Евочка, скажи, пожалуйста, почему скрипку мы держим с левой стороны, а не справа? Вот подумай сама. Не жди подсказки, никто не знает, только ты и я. Почему именно здесь? Ведь мы же могли вроде бы поменять. Вот, смотри. О, поставить сюда подбородник. У многих правая рука лучше работает, чем левая. Вот у пианистов спроси. Они любят правую руку, а левую не любят. А мы наоборот, скрипачи, берем в левую руку скрипку суем. Пианисты говорят, какие они глупые. Нам здесь этой рукой сыграть, вот. А это и начинается. А скрипачи сознательно берут скрипку в левую руку, которая у всех нормальных людей отстает от правой. Ну, кроме левши, конечно. Почему мы играем все-таки упорно с левой стороны? Это у нас педагоги, наверное, глупые, нам дают скрипку в левую руку. Может, а? Педагоги? Нет? А почему? Что у нас здесь? Сердце, моя хорошая, сердце. И что же такое получается скрипка? Смотри, здесь сердце, мы прикладываем скрипку к сердцу. От сердца идет провод, вот он, электрический. Вот через всю руку, через всю ладонь и куда? На кончик чего? Пальца! Вот палец, точно как сердце, начинает вибрировать. У нас сердце не просто вот так бьется, оно вибрирует, оно сокращается. Вот так оно делает. То же самое делает палец. Как только ты где-то его зажимаешь, он начинает или перестает вибрировать, или начинает вибрировать вот так. Вау-вау-вау, вот так. Тогда будет... А если попробовать... То есть, представь себе, что это сердце вибрирует. Оно вот перешло, передало сюда колебания. И тогда, смотри, что получается. Что ты должна подумать, что вот вся эта линия, по ней идет ток. И она свободна. Потому что если где-нибудь нажмешь, вот сожмешь пальчик, да? Или будешь сама дергать рукой, чтобы она вибрировала. А ты освободи ее. Как будто бы ветерок подул. Ну-ка попробуй. Попробуй. Какая умничка. Ну, я жду аплодисментов. А еще больше, еще свободней. А я теперь проверю еще, чтобы ток нигде не задерживался. Еще раз. Да, а если мы попробуем еще узнать твою будущую вибрацию? Давай-ка я твой пальчик. Давай играть, играй. Ой, какой у тебя будет звук.
Дальше продолжай смычком, двигай активно. А здесь послушаем звук, какой у тебя здесь должен быть золотой, серебристый. А если вот так поставить на кончик, что будет? Ну-ка. А теперь золото такое достань. О, это умничка. Вот умничка. Да, моя говорит, да, миленькая. А еще свободней. Серебро, чтоб било, как будто бы здесь огонечек такой. Еще свободней. Вот оттуда, 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 оттуда. Да, спасибо. Давай мы с тобой проведем такое же занятие точно. Ты не будешь бояться, нет? Не будешь бояться? Че, че, че? Очки мы снимем сейчас. Что мне упасть? Ну-ка, давай, моя хорошая, давай. Маятник сначала. Раз, тик. А ты не бойся. Так. Тик. Так, а ты ручки опусти, пожалуйста, как куколка. Ну-ка, ну-ка, опусти. Вот сделай, что, видишь, что ты куколка. Ну-ка, опусти. Головку опусти. Опусти голову. Вот. Освободи, освободи спинку, пожалуйста. Спинку освободи. Совсем. И ножки свободные, маленькая. Девочка. Девочка, девочка. Вот, 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 вот. Освободись. Зажато, зажато, зажато. Зажато, зажато, освободись совсем. Вот, теперь встань на скрипчик. Вот сюда. Я тебе даю скрипку. Даю скрипку. Не бойся, я тебя держу. Ты при мне никогда не упадешь, пока я здесь. Вообще не упадешь. Ну-ка, держи. Вот в этом состоянии сейчас сыграй первую фразу. Причем так вот, как будто ты только что летала. Пам-пам. Вторая фраза теперь совсем уже. Пам-пам-ра-ра. И совсем, даже весь мир заплачет, пусть они заплачут. Как вам хорошо вообще живется? Какие у вас дети чудесные, а? Какие дети чудесные. Поцелуй. Ну, у тебя впереди очень много конкурсов. Единственное, что давай-ка мы с тобой эту же песенку сыграем, которую мы только что играли с Викой. Хочешь? Ну, помнишь ее, песенку эту? Ну как? Си-ра-ра-ми-ра-си-си. Вот. Да. А теперь последнее, что я не договорил немножко Вики, и что я договорю тебе. Второй звук должен быть длиннее, чем первый. А смычок короче, чем первый. Смотри. Главное соединение не этого звука с этим, а вот этого с этим. Ну, это броновская, да? Это Брон всех учит с самого начала. Захар, ну, фильм. Вот попробуй, продли каждый звук, когда кажется, что уже смычка не хватает. Можешь такой фокус сделать? Уже лучше, если ты еще не запутаешься сейчас, а сыграешь именно так. Второй звук всегда длиннее и четвертый длиннее. Молодец, долгий, вот долгий. Умница. Друзья мои, вы понимаете, что я имею в виду, да? Вот, вот это будет воздух звучать. То есть, потому что у маленьких детей всегда все многое хорошее, да? Но у них такой часто куцеватый звук, и мы думаем, что все дело в скрипках. Дело не в скрипках. Дело в том, что они прямо немножко иногда трактуют наши предложения. Смычок ровным смычком, сохрани смычок, сэкономь смычок и так далее. Вот это первое условие, да? Вот я просто советую вам взять на вооружение вот эту идею с золотым сечением. То есть они психологически даже вплоть до того, что выстраивать движение смычка. Кстати, это очень касается вокалистов. У нас же вокалисты есть, да? Это та же история с вокалистами. Вот вы поете, да, вот сейчас. Вот. Не покорно. То есть мы, скрипачи, и вы, вокалисты, работали над одним и тем же. Покорный. Одни поют так. Любви, все возрасты, покорный, покорный. Но это уже типичный вокалист. А музыкант, поднимающийся над материалом, поет. Покорный, ее порывы благотворны. Не благотворны, а отворный. Та-дам. Вот многие дирижеры, они буквально по нескольким таким деталям узнают скрипача
и вокалиста. Не по голосу. Голосов красивых больше, чем музыкантов. Вот беда. И голоса можно так запустить, что все потрясутся. А дирижер послушает и скажет, неправильно поет. Поет «Люби все возрасты покорны». Нет, покорны. Вот все наоборот, понимаете? Все в обратную сторону. Ну-ка. Еще раз последнюю нашу мелодию, вот эту. Умничка, убегай! Но вы потом, естественно, уравновесите это, потому что они не начали подражать вообще тому, что они сейчас делают, да? Просто задача увести, да, чтобы они вот здесь не мучились. Тогда самое смешное, что мы так много времени тратим на смену смычка, когда простейший убегает колодки, создает им смену смычка. Вот он идет и делает правильно, природа распорядилась этим. А если мы начинаем анализировать, вот кисть, а вот сюда, вот сделай фингерштрих, они все сделают сами. Если только придумать образ. Вот, например, у меня есть такой образ. Давай посмотрим. Ты такие арпеджио когда-нибудь играла? Вот такие. Трезвучие. Пробовала? Давай попробуем. Я сейчас перейду со шведского языка в мою игру. По-шведски она называется «Я вильдра катен и свансен». Я хочу тащить кота за хвост. На каждом соль и на каждом движении будет слово. Начнем с пустой струны соль. Я. Сыграй соль в струну. Теперь две ноты. Пустая струна ре. Хочу. Тащить. Ну, кота. И последнее. За хвост он сейчас и пищит. Ну. Вот он. Пей. Ну-ка сделай так, чтобы запищало. Во! Значит, получается такая игра. Смотри. Смотри. Я хочу тащить кота за хвост. Тут попробуй. Поняла, где переходить? Запомнила? И каждый раз потом будешь говорить сама. Я. Первое я. Соль. Пустая. Ре. Хочу тащить. И смеется сама. Давай. Кота. Подряд все пальчики. Время коту запищать. Вот. Попробуем еще раз. Только с фортепиано уже. Каждый раз, когда будет слово, я буду ударять аккорд. Я. Пустая. Хочу. Езжай. Третий. Первый. Тащить. Езжай. Первым езжай. Езжай первым. Третий. Первый. Езжай. Кота. Подряд все пальчики, подряд. Ну, ну, соль, сирая соль, ну, ну. И вот сейчас кот. Значит, вот это называется упражнение. Я хочу тащить кота за хвост. Я хочу тащить кота за хвост. Еще быстрее, если тащить, вот так вот. Хочу тащить кота за хвост. Дети очень быстро почему-то начинают играть, улыбаются во время этого. А если они еще и говорят это, то все, у них зажатость это сходит. Я заметил, это очень просто. Я хочу тащить кота за хвост. И все. А теперь есть такая песенка, помните ее, все играли. Называется «Петушок». Играли такую песенку, нет? Да, кто-то играл. Спасибо. Садись на место. Аплодисменты нашей маленькой. Дайте еще кого-нибудь. Кто придет? Давай. Итак, песенка «Петушок». Значит, вот я ее сейчас сыграл. Сыграем ее в той простой варианте, в котором она стоит в нотках в хрестоматии. Так, только он получился не влюбленный, а замерзший. Он такой, холодно, ой, как холодно. А мне нужно, чтобы он влюбился. Чтобы перейти от замерзшего петушка к влюбленному, нужно вибрировать. Не так вот? Не дрожит от холода. А мне нужно, чтобы он влюблен. А для, чтобы быть влюбленным, придется тебе повторить, что от сердца, любовь-то из сердца идет. Да. Ага, из сердца, во, знаете же. Вот. А раз из сердца, значит, из сердца выпрямить через всю руку на кончик пальца. И вот что получится, если кончик пальца будет свободен. Смотри. За
забудь про пальчики молоточком. Смотри. Наденька, ну-ка попробуй. Каждый пальчик – это такой красивый нежный проводок. Живой, вот такой. Ну-ка попробуй. Стоп, вот я хочу, чтобы ты... Ой, зажато, как зажато. Освободи. Тебя как зовут? Андреа. Андреа. Адриана. Адриана, да. Ух ты, прям как героиня знаменитой оперы Чили. Так, ну-ка давай. Стоп. Ну-ка освободи, у тебя звук застревает в середине пальца и не выходит, потому что ты его зажимаешь. Ну-ка. Нет, ну-ка давай попробуй, попробуй. А, ну-ка, 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 я хочу свободненький пальчик. Провод, проводок, легкий-легкий. Ну-ка. О, какой звук пошел. Ну-ка попробуй его почувствовать. Сама. Освободи пальчик, он вот видишь, он у тебя маленькая, Адриана, он у тебя зажимается по пути. Звук вот здесь застревает, вот здесь. А мне нужно, чтобы весь проводок действовал, весь. Ну-ка сделай так хитро, чтобы весь проводок открылся. О, еще свободней. А можешь подушечку положить глубже немножко на струну? О, ну слушай, какой звук у тебя будет красивый. Ну-ка продолжи, продолжи. Ну-ка. О, еще свободней. Второй пальчик. Теперь второй. Второй. А вот опять второй взяла и зажала. Видишь? А мне нужно вот. Ага. Ну-ка. Вот. Третий то же самое. Вот, видишь, сама уже понимаешь. У нас же звук начинается. Ну-ка попробуй, повернись ко всем, сыграй вот так. Только смотри, нигде пальчик не зажимай. Теперь играй соло для скрипки, все будет. Только смотри, не зажимай, маленькая. Адриана, не зажимай. Здесь все должно быть открыто. Запомни. И когда ты ставишь пальчик для вибрации, вся рука, вся ручка работает только на этот пальчик. Все остальные пальцы не играют никакой роли. Все, рука должна так, как нравится пальчику. Тот пальчик, который на струне, он главный, он приказывает. Ну-ка. Еще свободней. Нет, вот здесь он зажат, вот здесь. Освободи, освободи пальчик. На скрипке нужно играть, то есть веселиться, вот как в игрушке. Ну-ка, дай мне ручку. А, вот в чем дело. Ну-ка, давай. Освободи, нет, замороженный пальчик, замороженный петушок. Нет, свободный, вот такой. Ну, поставь свободный пальчик, вот свободный маленький. Ну, нет, зажатый пальчик, зажатый. Ну-ка, поставь его прямо как блин на сковородку. О, во, вот так. Поставь. И вот, чтобы нигде его не зажимало. Он тепленький станет тогда сразу. Ну-ка попробуем. Так, придется нам с тобой тем же упражнением заняться. Это упражнение, оно волшебное. Оно волшебное упражнение. Так, внимание. Раз, два. Ручки. А ручки? А ручки, вот. Они все такие счастливые, когда все это делают. Но, к сожалению, не для женщин упражнений. Это мужчины-педагоги могут только... И то до 40 лет. Так, а чего он где зажато? Ой, зажатая. Ой, какая зажатая. Ну-ка, освободись. Сейчас падать назад будешь. Падать назад будешь. Сейчас упадешь. Внимание. Падай. Опа! А ножки освободить. Все. О! Друзья, ребенок просто... Зажат, причем это не педагоги, а у нее немножко природная зажатость. Это чей? Чей ребенок? А у учителя нет? А, все ясно. Ребенок зажат. Значит, папа есть? Есть. Раз папа есть, значит, вот эти упражнения, которые я сейчас делаю, если папа сильный, папа? Да. Сильный? Все. Машину водит? Да. Молотком может тут бить? Нужно. Так. Значит, смотри теперь. К папе пришла, вот тем более фильм снимают, сказала, папа, мне дали задание перед скрипкой. Делать маятник. Вот такой. Раз. Два. А я в это время буду со свободной шеей полностью. Вот ребенок физиологически зажат. Видите, вот случай, да? Педагог не, пока не, ничего не делает. Вот. У нее будет болеть даже все. И скрипка удовольствия не будет доставлять, потому что физически зажатая мышца, она дает неудовольствие. Мы думаем, когда ребенок не хочет играть на скрипке, что он такой ленивый, плохой. Он не хочет быть зажатым. Подсознательно ребенок избегает неприятных физических ощущений. Вот. У нас ребенок сейчас зажат, и вот освободить его – дело чести. Вот. Раз, два, раз,
два, начали, опа, все, мы уже освобождаемся. А ручки почему прижались? У куклы как ручки идут? Вот туда, конечно. Вот, сейчас мы освобождаемся. Так, теперь повисни, пожалуйста. Вот, повисни, совсем повисни. О, какая умничка. А ножки почему напряжены? Во! Вот сейчас момент истины наступил. Вот. Вот сейчас ребенок уже нормальный. Сейчас, если мы возьмем скрипку, так. Свободная, свободная совсем. Так. Вот. Опа, а ножки, ножки. Все, освободи, все. А голова почему торчит? О! Видите, вот. Вот, 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 вот. Вот, молодчина. Так, сюда остановись. И причем чувствуй себя такой же свободный, как... Теперь скрипку, а пальчик берешь совсем по-другому. Вот теперь поставь его мягким, нежным, вот, и проигнорируй отсюда, вот. То есть вот отсюда. Ну-ка, не важно какая она. Смотрите! Слышите? Разница, все, поехала. О, слышишь сама, нет? Ну-ка, давай поставим теперь на сравнение. Не зажимайся, маленькая, не зажимайся, ты только что уже играл, все. Нет, зажалась, зажалась. Вспомнила, как ты играла. Ну-ка, не разрешу тебе больше так играть. Падай сюда. О! О! Это же колоссальное ощущение. О! О! А ручки, а крылышки, теперь падай, крылышки не важно, так. Там тут и летишь. О! Еще раз. О! Оп. Так, сейчас держись, потому что у меня микрофон упал, и дядя будет сердиться. Микрофон тоже попрыгать решил, что он думает, что... Он тоже прыгает. Так, теперь бери скрипку в этом состоянии. Так, ручку, пальчик сюда. Нигде не зажимайся, нигде. Поставь пальчик и проводи энергию. Это не надо, ручка, это свободно. Начали. Мягкую, нежную, гладь. Щекочи скрипку, а не трясись. Вот. Видите, все. Второй поставь так же. Вытяни его плашмя. Второй. Второй, высоко поставь. Второй, второй, второй пальчик. Убери все остальное. Пальчик не плоский, не молоточком, а плоский. Вот такой мягкий-мягкий. Шире, шире, свободней. Вот. Теперь вот сюда поставим этот палец. Посмотрим, что у тебя будет. Я хочу, чтобы был серебристый звук. Вот. Но это надо какое-то количество уроков, конечно, ребенку. Это за один раз не сделаешь. Но ты чувствуешь разницу, нет? Чувствуешь? Значит, папе задание каждый день. Кстати, потрясающе будет, знаешь? Скажешь, папа, да, надо, все. Выхода нет. Придется тебе немножко оторваться от газеты, от телевизора, от мамы и заниматься мной. Вот. Значит, поняла, что, да? Первое упражнение. Раз, два, три. Очень серьезное стало вдруг. Четыре. Такая серьезное дело занимается ребенок. Как же? Вот здесь зажато. О, ну-ка освободись. Освободи, видишь? Так, вот так еще есть такое. Так, стой, падай. Падай. Опустись, опустись. Все. Во. Вот сейчас позвоночник вообще свободен. Ага, да. Ну-ка, сюда иди. Опа. Так. На заводе считается это неправильно такой, как так. Микрофон, с ребенком. Да, микрофон тоже ему хочется прыгать, конечно, он же тоже живой. Вот. На заводе считается неправильно. Я говорю, пожалуйста, кто-то считает неправильно, ко мне не ходите. Пожалуйста, занимайтесь в коммунальных музыкальных школах, играйте вот так, как вы это делаете. Вот так, в Швеции. Вот это без контакта, без телесного, без тепла. Да? А когда вместе играют, вот так. Красиво? Не очень, да? Ну-ка, давай попробуем. Так, ставь пальчик, второй поставь сразу, куда хочешь. Куда хочешь, второй пальчик, второй, второй, второй. Все остальное освободи. Ручка такая нежная, такая мягкая, счастливая. Ну-ка, вот такая игривая, веселая, тепленькая. Ну-ка, поставь пальчик и... Вот, молодец! Прямо начало Сибелиуса. Вот. Вот, так можно будет играть. Вот разница, только что замерзший был пальчик. Он живой. Еще выше иди этим пальчиком. Выше, пойди его. Пусти выше, найди нотку выше. Еще. Вибрируй. Вибрируй свободно. Перейди на струну ми. Любым пальчиком, вторым. Ну. Так, вот сейчас будешь баловаться и играть любые ноты, которые захочешь, с вибрацией, все выше и выше по струнам. А я буду, мы с тобой фантазируем, как, ну, держи смычок. А мы с тобой играем сонату. Начались. Первую ноту бери. Ну, какую хочешь.
Дальше иди этим же пальцем. Дальше езжай. Езжай вторым пальчиком далеко. Молодец. Еще больше звука, больше смычка. Теперь сюда. Ну, езжай всей ручкой. Ну. Второй. Второй. А свободная ручка. Третий. Громко. Теперь первый пальчик на струне ми. Первый на струне ми. Громче весь смычок. Кричи на весь мир. Рядышком второй. Громко. Третий. Громко. Подними голову, скрипку подними. Четвертый. Вот сейчас будет пробуждение на глазах. У ребенка эмоции, звука, страсти, чувства. Ручка уже не такая холодная. Она пришла с холодной рукой. Дело не в том, что, а дело не в том, что у нее вообще скрипка вызывает ощущение холода, скованности, ледяное отношение к инструменту, дышка. А нужно раскрыться. Скрипка это очень, ну для взрослых пока слово такой чувственный инструмент. Страшно чувственный. Он такой, лучше еще сказать, чувствительный, да, чувствующий инструмент. Ну-ка, ну-ка покажи сейчас. Так, сыграй, вот смотри, я сейчас покажу тебе. Можешь так сфантазировать, смотри, Андреана. Не важно, какие ноты, только вибрируй не беспрерывно и двигай рукой куда хочешь, не бойся. Это импровизация. Вот. Дальше. Езжай куда-то вверх этим пальцем. Дальше этим же пальцем. Свободная. Вот, вот сейчас начинается пробуждение на глазах, пробуждение ребенка, его звука. Ты будешь очень хорошо играть, если папа с тобой будет все время заниматься этими играми, да? Если ты сама найдешь ощущение свободного пальчика, все, забудь, не ставь пальчики никогда вот так. Из него нет вибрации, кроме как замерзшей. Вот такая вибрация. А если поставишь пальчик вот так, раскрою всем секрет, друзья. Вы когда-нибудь видели орган? Как органист? Чем, что он делает? Самое главное, что должен делать органист? Когда он играет, а? Что самое главное в органе? Это играть на клавишах или, не обяз... или нет? Ведь на пианино тоже играет на клавишах, на рояле играет. Чем отличается орган? Что там делают? Там переключают специальные мануалы, трубы. У них у органистов одну штучку переключил, и уже совсем по-другому звучит орган. И знаете, сколько возможностей звучания органа? Ровно столько, сколько звезд на небе. Тот, кто видел мой фильм «Бах 1» и «Бах 2», знают об этом. Я там показываю на знаменитом шведском одном органе в церкви 15 века, на что способен орган. Включаю сначала маленькую пипочку такую, и потом начинаю подключать регистры, и в конце концов включаю 7000 труб. И показываю, что такое орган, почему Бах прежде всего играл на органе, что такое для него орган. Это вселенная, это аналог Бога, да? Скрипка, бедная, маленькая, какие тут трубы? Струны 4, пальца 4. А почему называется королевой? Знаете почему? Одна из причин. У нас тоже переключение регистров. Как вы думаете, где у нас переключаются регистры? Вот может, Андреана сама догадается, я сейчас тихонечко подсказываю. Где у нас регистры переключаются? А? Ну-ка. Да. А в каком месте? На подушечке, да. Смотрите. Сейчас я вам покажу чудо и чудес. На нашей подушечке, конечно, не тысячи переключений, но штук 100 есть точно. Смотрите, начинаю играть. Сейчас посмотрите, где у меня будут на пальцах следы. Смотрите, где следы. Видите, видно, да? Глубоко вот здесь, вот. А теперь играю другой кусок этой же музыки.
где у меня следы? У самого ногтя. Вот. Ты думаешь, что у тебя скрипка Страдивари, наверное, да? Нет. Нет? Не Страдивари? А что-то звучит красиво. А? Страдивари, точно! Какая скидка. Видишь, когда мог? А теперь смотри на мои руки. Чувствуешь? Вот тебе нужны такие же руки. Вот такие же точно научиться. Когда ты на скидке играешь, вот они должны быть такими вот. Вот как у меня, смотри. О. И они должны чувствовать такое наслаждение от прикосновения к струне. Но если я прикоснусь так, как ты, то тебе наслаждение не будет. Видишь, что будет? Ноготок. А если я вот так? Вот так должны мы общаться со скидкой. Вот так гладить ее. Вот так. Вот. Но ни в коем случае не так. Так это киса, когда играется, вот так цапает. Оп! Вот мы сейчас на скрипке играем вот так. Учитель говорит, например, иногда, да? Молоточком. Такое ощущение, что мы строители. Эти самые строители, которые дом, гвозди забивают, да? Они молоточком. Вот такой пальчик. Вот. Вот такой нежненький. Он сам получится, если захочет молоточком. Вот он какой. Вот он. Он такой, такая маленькая змейка, видишь? Такая вот. Вот. И когда мы видим медленно запись Хейфица, да? Видим вот эти вот дела. Нигде никаких молотков. Вот так все пальцы. Вот. Вот так. Эластичная у Франческати. Я смотрел по кадровую съемку. В течение минуты 1000 кадров сделано. Вот. Вот он. Тарам. Тарарарам. Получается, что мы сначала всю жизнь учим молоточками, а когда начинаем играть концерт Чайковского, само собой разумеется, что ни одного звука молоточками сыграть нельзя. Молоточки может только сыграть что? Упражнение шадика. Это, пожалуйста, сколько угодно. Вот. Как только играем пчелу, пальчики уже не молоточки. Смотри. Играла? Нет? Все, иди работай. Привет. Кто тут у нас остался? Так, у нас уже, по-моему, со временем, да? Ну, давай, иди сюда. Угу. Расскажи мне, что ты хочешь там сыграть? То, что вчера не сыграла. А что ты вчера не сыграла? Этюд. Какой этюд? Свой собственный? Фиорилло, ну давай, какой? 28. Ну давай, давай. Это этюд вообще для концертного исполнения на самом деле. Мой любимый этюд детский был. И всех нас, наверное. Одна скрипка, а что может, а? Thank you.
Браво! Теперь у меня к тебе несколько вопросов. Первый. Вот я сказал концертный этюд. Что это значит? Который можно играть на концерте. Да. Даже без аккомпанемента. Все равно. Он такой же, как каприз и Паганини. Второй вопрос. Как ты думаешь, какому композитору больше всего, какого любил Фиорилла, и к игре музыки какого композитора он готовит скрипача? Двух композиторов. Один из них это кто? Чтобы можно было играть все его 24 каприза. Пага. А вот второй, это сложнее. Первый это просто. Паганини. А вот второй, он тут буквально он говорит, вот сыграете меня, а потом будете его легко играть. Все три сонаты и все три партиты. Кто это? Йоганн, Себастьян. Конечно, смотри, я тебе сейчас сыграю, как будто кусок этюда Фиорилла, а это будет Бах. Смотри. Почти Фиорилла. Чудо. И так далее, и так далее, да? Слышишь? Теперь у меня к тебе просьба. Ты немножко такая девочка. Ты вообще никогда не любишь обманывать, насколько я понимаю, да? А? Или умеешь обманывать? Не знаю. Ну как, ты не знаешь. Раз не знаешь, значит умеешь. Только не хочешь признаться, да? Ну, бывало такое, что ты обманула? Бывало. Так вот, в данном случае обмануть просто необходимо людей. И знаешь в чем? Вот ты сейчас играешь этюд Фиорилла. Скажи людям, это очень сложно его играть или не очень сложно? Честно только. Не очень. Не очень. Вот честная девочка, сейчас не обманывает. А ты обязана сделать вид, что это сложно. Понял, что я сказал? Ты обязана людей обмануть. Люди не знают, что Паганини, например, музыку играть легче, чем музыку Чайковского. Они думают, что Паганини сложнее. На самом деле нет. Люди не знают, что играть Листа на рояле намного проще, чем играть Шумана. Потому что Лист весь под пальцами, он писал благодарно. Вот я сейчас сяду и вам сыграю такой пассаж Листа, что вы обалдеете. А я так пошучу и скажу, а мне же ничего не стоит его сыграть. А вот попробуй сыграй. Мне легче сыграть три этюда Листа, чем это проклятое несколько тактов. Почему? Потому что Шуман, он перервал себе связки на пальцах. И он никогда не играл на рояле. А играла его гениальная жена Клара. И она была настолько великой пианисткой, что все, что Шуман бы не писал, она играла. И он думал, что он правильно все пишет. А он писал неправильно. Просто Клара, его жена, была так самым великим пианистом всех времен. Их было пять таких великих. Такие, как Шопен, Рахманинов, Рубинштейн, в том числе Клара Шуман. И вот, когда Шуман пишет, смотри внимательно сюда, смотри, смотри, что я должен делать. Видишь, у меня другого выхода нет. Я должен одним большим пальцем играть целую мелодию в огромном темпе, потому что эти пальцы, он говорит, должны быть все время здесь. Смотри. Это ужасно. А Листа проще. А публика думает, что вот это намного сложнее, чем вот это. Публика думает, что вот это очень просто. Он, наверное, даже заниматься дома ему не надо было, да? А вот это он, наверное, всю жизнь занимался. На самом деле все как раз наоборот. Я тебя могу научить играть такие листовские пассажи за 3 минуты. А вот как сыграть вот это Шумана, когда я сейчас еду на гастроли всюду, и я, значит, сообщаю, какую музыку я буду играть, есть только одно музыкальное произведение, которое я посылаю через компьютер. Это интермеццо Шумана, аккомпанемент моему скрипичному произведению. Потому что пианист там, он говорит, я не могу, это ломаются пальцы. Это нужно дома спокойно, медленно сидеть. Хотя написано все так просто, вот так. Но тем не менее, все написано так неудобно. Так вот, у меня к тебе сейчас просьба. Ты должна сейчас стать великим обманщиком. Публика пока не слышала ничего, не знает. Ты должна сыграть этот этюд и показать, что это жутко сложно, что ты преодолеваешь страшные трудности. Понимаешь, нет? А то ты немножко себе под носик, так и ты играешь, что-то такое.
публика думает, ну ладно, развлекается себе ребенок, в игрушки играет. А ты вот выйди вот такая, как Паганини. Ну-ка. А иначе неинтересно, тогда театра нет. А музыка это театр. Покажи, что сложно, страшно. Ужас, конечно. Совсем другой этюд, правда? Еще. Ой, пошла. Теперь всех слышу. Все, сейчас своди с ума всех. Все. А, как она может играть? Браво, она дьяволица. Смотрите, где она играет, смотрите, где. Видите, что она делает? Мы с гепатитом третью позицию умеем, а она в седьмой, играет. А это вообще непонятно. Пошли, с ума своди всех. Показывай, самое сложное место. Больше не ногтем. Молодчина, обратно. Разницу понимаешь? Мои дорогие, обращаюсь ко всем музыкантам, независимо от инструмента. Музыка – это великий театр. А мы, музыканты, это не музыканты скучные и хмурые. Мы великие артисты на самом деле. Мы артисты, мы все время играем артисты. Вот вспомните, например, «Весну из времен года». Помните, да? Там птички сначала сидят. Да? Да? Потом буря, птички пугаются. И что с ними? Помните, они в ужасе вот так разлетаются. Помните? А потом, когда буря кончилась, что с ними? Они вползают в картину. Вот так, смотрите. И обрадовались, и запищали. Почему скрипачи этого не слышат? Вот такая. Сначала еще боится, а вдруг опять ударит гром. Обрадовалась, нет грома больше. Знаете? Или другой эпизод. А, концерт «Осень». Помните, что там, да? Концерт рассказывает про день бога вина. Помните, какая там мелодия? Вот такая. Красивая мелодия, правда? Нет, а почему она не красивая? Что, Вивальди раздумал писать красивую мелодию? А почему? Что с людьми в этот день? Пьяные! Вот дядя подсказывает. Знает кто. Да. Подсказывают, они пьяные, и более сложные мелодии спеть они не смогут. Они и поют. Потом то же самое. А потом, знаете, что Вивальди пишет? Он пишет образы всяких людей, которые выпили слишком много вина, и как они себя ведут. Например, один начинает болтать глупости. Вот, помните первый эпизод? Все одно и то же. А есть там один пьяница, например, так он, знаете, как вообще говорит? Он так говорит. Вот он, вот он. А вот потом там есть такой эпизод, когда, значит, совсем уже там все упились, один из них, вот что с ним случилось. Кто догадается, что с ним? Вот Спиваков так играет этот эпизод. Кстати, Перельман тоже так. Тот, кто не видел фильма, тот, кто видел фильм «Мой пьяный концерт», молчите. А тот, кто не видел, скажите, что случилось с одним из пьяниц? Что с ним? Вот Спиваков играет. Что с ним, влюбился? Нет? Затанцевал. А? Затанцевал. Чего? Затанцевал? Друзья мои, он захрапел.
Только неправильно играет. Там четко написан рисунок краба. Вот как надо играть. Вот это называется по-русски «погрузился в сон». Смотрите, все глубже и глубже. А оставшиеся пьяницы продолжают петь изысканнейшую мелодию. Вот видите, вы теперь смеетесь. Вивальди хотел, чтобы люди смеялись, а за 300 лет скрипачи забыли, что это музыка для того, чтобы люди смеялись. И придумали бог знает что. А как вы думаете, что с этим пьяницей случилось? Там тоже Перельман играет вот так. А если я все-таки сыграю правильно, что случилось с этим пьяницей? Когда вот эти девочки пьяницы, они часто они не любят, то если другого вина нет, они пьют кислое вино. А после кислого вина они... им говорят, выпей воды быстренько, да? А пока он не выпил, вот он. А один решил налить вина в бокал. И слушайте, что у него получилось. Я сыграю пассаж медленно. Кто понял, что случилось? Вот он играл гамму. До, си, ля, соль, фа, ми, ре, до. Поняли, что с вином случилось? Разлилось, конечно. И там целая куча таких вот. Пока получается. А потом еще хуже. Он попытался поцеловать кого-то, вот он уклонился. И в обратную сторону упал, смотрите. А потом влюбился. Потом опять. А потом забормотал. Извините, извините, я не хотел испачкать ваш костюм. Вот так вот. Наши скрипачи играют, что не знаешь. Мухи умирают на ходу от скуки. Скрипка – это самый смешной, самый веселый инструмент. На ней надо играть весело, с улыбкой. Этюды нужно играть, обманывая. Говорю, сейчас я вам такое наиграю. Я вот, например, ты приедешь ко мне в Швецию выступать, я скажу, смотрите, девочка маленькая, маленькая. Паганини не мог сыграть этого этюда. Фиорилла. Паганини завидовал Фиорилла. Он не мог сыграть, а Фиорилла мог, и вот эта девочка может. Слушайте, ну покажи, чтобы все поняли, что Паганини не мог, а ты можешь. Ну-ка, сначала. Понимаете, что такое психология, а? Сейчас начнется. Заводи, звони, звони, все, с ума сходят люди в зале. Как это она может? Ведьма! Сжечь ее на костре! На костре сожжем! Давай, давай! Уже дрова несут! Дальше не надо. Я специально рассказал вам всю эту историю для того, чтобы сейчас возбудить ваше скрипичное желание. Вы понимаете все, скрипачи, пианисты, вообще за какое потрясающее дело мы взялись вообще. Мы же на самом деле колдуны. Мы артисты. Мы настоящие артисты, потому что вся музыка – это театр. Это великая сцена. И если скрипач, пианист, певец, не артист, никто его не будет слушать, кроме его знакомых. И не удивляйтесь, если на ваш концерт придут просто знакомые ваших родителей. Это значит, что вы не артисты. Понимаете?
А нужно заставить людей. Вот у меня в залах, да, стоят люди, полный зал и всюду, очереди ночные за билетами, чтобы попасть на маяк. Ну, Рига еще так как не знает, да, у вас тихо. А? Ну ладно. Потому что не знают, кто латыши, кто русские, кто где. Другие проблемы в Латвии вообще. Пока. Вот, а я же говорю, бросьте заниматься политикой, займитесь Бахом. Вы еще, говорю, этим русским я говорю, вы еще Гоголя не прочли. Что вы про Путина глупости всякие рассуждаете, раздуете? Фу, Гоголя не прочли, а про какую-то ерунду говорите. Вот, так что, друзья мои, сегодня я просто хотел вам немножко показать. Мы счастливые с вами люди. Просто очень счастливые, на самом деле. Мы можем все. Мы можем самое великое, мы можем выводить из себя и людей из депрессии, потому что вся музыка – это великий выход из страха, из всего. Вот садится пианист играть, да? Да? Ну, явно депрессия, дальше жить некуда, не хочется, так вроде бы, еще больше доказательств. Еще хуже! И так далее! Вдруг! Еще не все начинается! Это музыка, это гигантский выход, бессмертие, это космос, это небо. Сначала ударили молотком, все, жизнь кончена. И вдруг, смотрите, чем это все кончается? Кончается вот чем. А дальше идет. А только что было. А концерт Чайковского. Знаете, что означает вот эти несколько звуков? Смерть, на самом деле. Валторна, си бемоль минор. Что будет через несколько секунд? Миллионы людей любят эту музыку, не знаю почему, ведь просто красивая. Нет, она всем показывает выход из смерти. Вот начинается фа, ре бемоль, до, си бемоль. Самая страшная тональность смерти. В этой тональности писали только вот что. И Чайковский туда же. И вдруг четыре аккорда. Какое чудо! Чем мы владеем с вами? Мы владеем колдовством. Для этого нужны теплые руки, чтобы папы нас, пока мы маленькие, потому что когда большие, будет очень трудно с нами так вот ронять. Хотя я могу ронять и больших, но это только я, папа уже не может. Вот. Да, и чтобы мы были веселыми, чтобы мы были артистичными, потому что музыкант – это всегда артист. Хулиган, весельчак, любит рассказывать веселые истории, любит хихикать, хохотать ужасно. Во, конечно, да. У нас очень у всех, вот у талантливых, особенно детей, да, немножко обостренная нервная система. Это плата за талант. Поэтому, когда у вас немножко вам слезы какие-то на глазах, вы скажете, это я расплачиваюсь за то, что я такая талантливая. Да. Потому что вот неталантливые, они ходят таким все равно. И не плачет, и не смеется вот такой. Разве так интересно? Нет. Интересно быть талантливым, чтобы слезы были здесь рядышком совсем. Но как только вы собираетесь плакать, вы посмотрите на себя в зеркало и скажите, это я потому плачу, что я талантливый. Не будь я талантливым, ничего бы я не плакал, мне все было бы все равно. Я бы ходил как крокодил такой твердокожий и плакал бы только крокодиловыми слезами. Да? Ну что, друзья, все, придет время. У меня через час 20 минут большой концерт здесь начнется. Поэтому я должен чуть-чуть, наверное, прийти в себя, чтобы не умереть от перенапряжения. Потому что здесь есть, мы каждому выдаем дополнительный сертификат на то, что прошел пройден мастер-класс. Ну почему? Здесь он хочет, Денис хочет, чтобы я им еще раз подписал. Давайте я напишу.